цієї нашої програми ще зовсім юна, але дуже талановита скрипачка з Мирнограда. Стила Океке зізналась, опанувати скрипку спочатку було нелегко, бо це не гітара, де є лади. Тут маєш одразу запам'ятати, де яка нота розташована на грифі. До речі, за весь час навчання гри на скрипці дівчина встигла взяти участь в міжнародних конкурсах та зайняти призові місця. Тільки послухайте, як же красиво та натхненно вона грає. Дуже була скрипачкою, вона закінчила музикальну школу, і я не сразу пішла займатися цим ділом, я ще ходила на спортивну аеробіку, займалася вокалом, але в один прекрасний день я попала к своєму будущему вчителю, і вона пригласила мене посетити урок скрипки, і я услышала ці прекрасні мелодії, і мені дуже понравилось, тому я захотіла спробувати испытать себя в этом деле. Увлекаюсь не только скрипкой, но еще играю на фортепиано. Практически я занимаюсь каждый день минимум около часа, но бывает, что произведение сложное, надо работать над каждой ноткой, над качеством, и поэтому я занимаюсь около 2 часов. Я люблю классику, джаз. Антонио Вивальди, его любимое, я очень люблю его произведения «Шторм», «Зима». Генрих Винявский, «Скерцо Тарантелло» очень нравится. Людвиг ван Бетховен, «Лунная соната», поскольку
Я ще граю на фортепіано, не тільки на скрипці. Намагалась робити обробку з одного інструмента на інший? Да, ну, наприклад, якщо я знаю ноти, то спочатку на фортепіано, а потім брала, пробувала грати на скрипці. Чи пробувала писати сама якісь твори? Було таке, але у мене не одразу вийшло, тому що мені не одразу приходить якась мисль, але я по чуть-чуть стараюсь записувати ноти, сама грати, пробувати слухати те, що я записала. Thank you.
ось яке майбутнє вбачаєш? Чи бачиш себе музикантом професійним? Вижу, очень хочется осуществить свою мечту. Это полететь в Лондон, Париж, Вену. И может дать свои концерты в Венской филармонии. Очень хочется играть в оркестре, потому что мне очень нравится взаимодействовать с другими музыкантами, потому что я учусь слышать, как сливаются, там, например, скрипка, фортепиано. И это очень красиво получается. Які твори сьогодні виконувала для нас? Сьогодні я сыграла вот произведение Чардаш, и сразу, когда я играю, мне в голове картина, потому что Чардаш — это венгерский танец, и сразу вся эта цыганщина. Играла я песню в «Затерянном саде». Когда я играю эту песню, то сразу у меня в голове какой-то заброшенный садик, и внутри дети. Играла я «Деспасито». Сразу в голове очень веселая картина, море, пляж, каникулы, теплая погода, солнце. История любви. Вот когда играю эту пьесу, то в голове сразу... Хоть я не смотрела, вообще это фильм «История любви», но я его не смотрела, но у меня сразу любовь, пара молодая. Играла я старинный гобелен. В голове сразу старинные часы, потому что гобелен – это старинный вид искусства. Сказати глядачам. Хочу сказать, что надеюсь, что передала все вот эти музыкальные звуки, вдохновила, может, кому-то подняла настроение.